приехали-то? Вы вообще не к нам, говорит. Я говорю, не, нормально. Сейчас заплатишь, да не туда, но надо 1000 заявлений написать, чтобы обратно. У вас, говорит, задолженность будет. Я говорю, комнату сегодня перед дождь, что у меня задолженность. Я заплатила? Заплатила. А мы перевод без вашего согласия не можем сделать. Да, нормально. Да.